Всем привет, с вами Дум. Сегодня посмотрим на новинку от издательства Азбука. Это комикс под названием «Лига справедливости». Вот так он выглядит. Это комикс из линейки New 52. То же самое, наверное, что Ultimate вселенная у Marvel. Это у нас первая книга под названием «Начало». Ну что, давай смотреть. Ну, собственно, теперь о самом издании. Издание, как всегда, у Азбуки выполнено на высшем уровне. Такая вот глянцевая обложка вся переливается. Не знаю, вам будет видно или нет. А, собственно, логотип DC Comics, авторы Джефф Джонс, Джим Ли, Скотт Уильямс. С корешка выглядит вот таким образом. Лига справедливости, начало, авторы и номер один. С задней стороны выглядит вот так. Изображены зеленый фонарь, Супермен и голова Флэша. Ну, собственно, теперь о самом комиксе. Естественно, комикс я уже прочитал. Прочитал я его сразу за один раз. Как бы обычно я читаю комиксы хотя бы там растягиваю на 2-3 раза. Но комикс читается легко, поэтому... Как бы прочитал за один раз его. Сюжет, конечно, у нас банален. Дарксайд со своей армией как бы вторгается на планету Земля, чтобы захватить ее. Здесь еще Лига Справедливости не сформирована, то есть все вот эти супергерои, они как бы работают поодиночке, но вот из-за этого вторжения они объединяются, собственно, в Лигу Справедливости. И, естественно, у нас останавливают Дарксайда. А так, до этого они друг с другом никогда не работали, даже некоторые друг друга и не знали. Еще такой момент. Существует мультфильм «Лига справедливости. Война». Вот этот мультфильм полностью повторяет сюжет данного комикса. Точнее, мультфильм был снят именно по этому комиксу. Так что, если вы смотрели мультфильм сначала, как я, например, то вы уже будете полностью знать, что здесь будет происходить. Но если вы не читали ни комикс, не смотрели мультфильм, то советую вам сначала прочитать комикс, а потом уже посмотреть мультфильм. Единственное отличие от комикса, то, что в мультфильме появился Шазам. Здесь его в комиксе нету, но вот в мультфильме он есть. Рисунок Джима Ли просто шикарен. Нравится мне Джим Ли, как рисует. Также он у нас участвовал в «Бэтмен Тихо». Тоже отличнейший рисунок. Так что вот люблю я работы Джима Ли. Рисунок просто офигенный. Так что сюжет, конечно, прост, но комикс отлично читается легко. Всем я рекомендую прочитать, кому уже там надоели всякие «Мстители» и так далее. Тем более это еще первый том. Второй том, насколько читал там в группе Азбуки, выходит то ли в сентябре, то ли в августе, где-то так. Чуть ли там не под конец года будем ждать его продолжения. Ну, теперь давайте посмотрим на дополнительные материалы от комикса. Здесь у нас есть какая-то галерея обложек. Сейчас я вам покажу. Да, вот она, галерея обложек. Вот такая обложечка. Такая. Все такие крутые. Вот, собственно, сам главный антагонист комикса Дарксайд. Вот такой разворот. И какие-то секретные материалы ВВС США. Тайная история Атлантиды. И здесь это наброски, вот ранние наброски Джима Ли. Досье на каких-то работников Старс. Бэтмен, кстати, логотип Бэтмена «Суд снов», который скоро, кстати, выйдет. Ну, это не Бэтмена «Суд снов» логотип, но вот именно вот там такой же. Вот ранние наброски Бэтмена, Супермена, зеленого фонаря, Киборга, да. Собственно, здесь нам будет рассказываться в этом комиксе, как он появился. Киборг. Флэш. Ну, и тут примечания от авторов и так далее. Всякие пояснения. И вот такая... Так заканчивается комикс. Так что всем еще раз говорю, рекомендую приобрести данный комикс. Ссылка, где лично я покупал, оставлю в описании. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.